Приветствую, друзья мои. Хреново мне сегодня. Спала мало. 2 часа всего. Что-то такие нервы ни к черту. Вышла сеять огурцы. Сегодня облачно, пасмурно. Смог какой-то в воздухе. Сейчас почитаю. На каком-то их расстоянии уже забыла. И начну. Бурячок повсходил, замечательно, уже и полоть пора. Правда, местами не совсем повсходил. Так, специально рулетку принесла. Значит, вычитала, между рядами надо оставлять минимум 70-80 сантиметров. И поскольку я тут планирую 2 ряда посадить огурцы, то намерила я себе участочек шириной 2,10. И сейчас я его заскорожу грабельками. Ведерко надо принести, бурьянчик собирать буду. Оккультурю грядочку под огурцы. Так, наваяла я. Вот смотрите, какая грядка получилась. Широкая, красивая, длинненькая. Ну, короче, чем в прошлом году. Немножко. Но мне сильно длинная в этом году не нужна. Я теперь незамужняя, холостая, разведенная временно. Временно холостая, незамужняя. И сейчас я вот полила вот эти 2 рядочка водичкой пролила. Вода впитала. Буду раскладывать семечки. По всем законам жанра на расстоянии 30-35 сантиметров. Но я буду сажать гуще, потому что знаю, как бывает хреново, они почему-то капризно всходят. Наверное, я буду где-то на 25 ложить или на 20 сантиметров друг от друга. Сейчас посмотрим. Так, сортов у меня много всяких. Во-первых, зозуля длинные. Мои любимые на окрошку, на салат. Амур. Это тоже кайфовые. Это еще мы с мамой всегда их выбирали. Давние такие любимчики. Голландские гибриды. Атлантис какой-то еще взяла. Караоке, Криспина. Ой, еще вот эти все. Теща, бабусин внучок. Короче, изумрудные сырышки и зятек. Сейчас мы это все будем высевать. Что влезет, что поместится, то и посею. Все, управилась. Посеяла, разложила, земелькой притрусила. И опять заскородила бока, где топталась возле рядков. Ну, такая грядка с огурцами получилась. Рядом у меня кабачки. А туда будут еще помидоры высаживаться потом.